Друзья, привет, на связи Денис. В этом видеоролике отвечаю на ваши вопросы, которые вы мне задаете в комментариях под моими видеороликами. Конкретно здесь я буду отвечать на вопросы про стейкинг и немного про Launch Pool. То есть, в общем, про стейкинг я их совместил. Здесь 4 вопроса, по-моему. Итак, давайте начнем. Первый вопрос, он на украинском. Я сразу транслирую на русский язык, чтобы больше людей понимали. В принципе, отвечать буду также на русском. Денис, привет. Для новичков было бы полезное видео про годовой процент APY. То есть объяснить, как высчитывать, например, стейкинг на 30 дней при 10% APY. Да, когда вы хотите внести какой-то токен, монету на стейкинг, вам пишут проценты. Дальше возле процентов в скобочках пишется APY. APY – это годовой процент. То есть вот этот процент – это не то, сколько вы получите за 15 дней, за 30 или за 2 месяца или за 90 дней, а то, сколько вы получите за год. Соответственно, если, к примеру, давайте сейчас возьму красивую цифру, чтобы было просто в уме мне считать, 12%. Вот выложите на стейкинг, и вам показывают, что там 12% APY. Но выложите не на год, выложите условно только на 30 дней или на 15 дней. Как высчитать, сколько вы заработаете? Более чем логично, если 12% мы делим на количество месяцев в году. Соответственно, делим на 12, получается 1% в месяц. Ложите на 30 дней, заработаете 1%. Ложите на 15 дней, заработаете 0,5%. Соответственно, как высчитать, сколько там вы заработаете, если годовой процент 10% или 20%, все то же самое. Возьмите калькулятор, поделите этот процент на 12, потом, к примеру, разделите еще на 30, чтобы узнать, сколько будет за один день, потом умножьте на количество дней. Все, или по месяцам посчитайте. Вот так вот это работает, но действительно, очень много новичков на это попадается. Вопрос классный, вопрос правильный, и давайте переходим к следующему. Второй вопрос. Я так понимаю, если у тебя мало BNB, то и выгоды мало. С копеек не заработаешь ничего. Этот вопрос касается более лаунчпула, но стейкинга плюс-минус то же самое. Я так понимаю, если у тебя мало BNB или мало какой-либо монеты, или вообще мало инвестиций, то выгоды мало. С копеек не заработаешь ничего. Да, дружище, если у тебя мало BNB, то ты заработаешь мало. Скажи, пожалуйста, а как ты хотел? Ты хотел как-то по-другому, чтобы ты дал чуть-чуть BNB на 10 долларов, а заработал 1000 долларов, или 100 тысяч долларов, или миллионы? Вот это, дружище, называется финансовая пирамида. Если ты хочешь из малого в великое, пожалуйста, тебе путь финансовой пирамиды в хайпы, иди туда, зарабатывай, а может и теряй, поскольку там все по-другому. Я очень сильно удивляюсь людей, когда они начинают рассказывать: «Да нет, ты что, это же я со 100 долларов там условно за год заработаю всего лишь 8 долларов». Дружище, ты понимаешь, да, это круто, это 8% годовых, это круто, если это в стейблкоине, если это безопасно, достаточно консервативно, это круто. Вы должны оценивать возможности, оценивать риски и то, что вам за эти риски предоставляют. Хотите зарабатывать больше, космические проценты, идите в финансовые пирамиды. Ну, вы там можете все потерять. Но вы не хотите ничего терять, вы не хотите ничего не делать, но я хочу быть миллионером, я хочу много зарабатывать. Ну, наверное, вы уже все были миллионерами, если бы была такая золотая кнопка или красная кнопка «бабло». А такой кнопки нету, нужно немного думать головой. Идем дальше. Такой вопрос. А со стейкинга монеты, если забираешь досрочно, сразу отдают или нет? Если у нас стейкинг фиксированный, то тебе не в ту же секунду отдадут монеты со стейкинга, тебе их отдадут, если я не ошибаюсь, в течение суток-двух. То есть ты тоже должен на это рассчитывать, сразу же со стейкинга досрочно ты не сможешь их забрать. Ты сможешь их забрать, да, ты поставишь заявку, но эта заявка там в течение 2 суток где-то будет обрабатываться, потом тебе все монеты выведутся на спотовый кошелек, и плюс тоже потеряешь все проценты, которые у тебя были, если мы говорим про фиксированный стейкинг. Поэтому вопрос классный, вопрос правильный. День-два придется подождать, все проценты потеряешь, тело свое заберешь без проблем. И идем дальше. На сколько дней лучше взять? Тоже отличнейший просто вопрос. Откуда я знаю, что ты хочешь взять? Откуда я знаю, какая у тебя финансовая ситуация? Откуда я знаю, какими финансами ты сейчас, ну, действуешь, да? Вот ты работаешь с какими финансами? С теми, которые ты готов заморозить на неопределенный срок? Или те, которые тебе завтра будет надо, и ты скажешь: ой, мне надо платить за квартиру, за коммуналку, мне надо купить покушать, а давай я вытяну со стейкинга и пойду все это сделать. Понимаешь, здесь очень много наводящих вопросов, ну, это зависит конкретно, индивидуально от тебя. На сколько дней лучше взять? Ну, по логике, чем больше, тем лучше, потому что больше будешь стейкать, больше заработаешь, больше будет процент. Но это все индивидуально, зависит от конкретной ситуации, конкретного человека и твоих запросов, самое главное. И идем дальше, последний вопрос на сегодня. Денис, спасибо за мой ответ и коммент видео. Пожалуйста, вчера застейкал Ана. Красавчик, я понял, о чем ты. А вот докидывать то можно, если еще докуплю, или то уже будет новая отдельная история. И класс, коротко, все быстро и содержательно, хороший формат, отвечаешь многим. Спасибо большое за комментарий, спасибо за вопросы. Так сказать, продолжаю в том же духе и буду тебе также помогать.
Вчера застейкал ада, докидывать его можно или будет новая история отдельная? Ну вот как ты выражаешься, будет новая отдельная история. Такое докидывать можно, к примеру, с лаунчпулом, который вот в данную секунду у нас есть лаунчпул Mombox, и туда ты действительно можешь докидывать в любую секунду, забирать в любую секунду без проблем. Если говорим про стейкинг, особенно про фиксированный стейкинг, ты не можешь докинуть в тот же стейкинг. Условно, у тебя было два ада, ты их взял, застейкал, и они у тебя стейкаются. Прошла неделя, ты решил еще докупить два ада. То есть два токена ADA. И ты хочешь докинуть до тех предыдущих двух. Так не получится, тебе придется открывать новый стейкинг на новых условиях, под новые проценты, под новый период и тому подобное. То есть вот так вот это работает. Друзья, на сегодня у меня все. С вами, как всегда, был Денис. Если был полезен, ставьте лайк этому видеоролику. Также пишите внизу в комментариях, какие вопросы вас интересуют. Если я пойму, что это будет актуальный вопрос для более широкой аудитории, то в следующем подобном видеоролике вы услышите на него ответ. С вами, как всегда, был Денис. Всем пока-пока. Зарабатывайте.